Добрый день, дорогие друзья! С вами Размова. И сегодня я хотел бы начать такой, знаете, небольшой разговор на несколько программ о греческих библейских городах, о которых мы читаем в книге Деяний. Существует некая историческая и в какой-то мере даже богословская несправедливость в отношении этих городов. О семи городах Откровения мы с вами знаем достаточно много. Существует очень много всевозможных теорий, касающихся этих городов. Например, теория, что это не просто города, это города как бы эпохи жизни церкви. Там, Ладикийский период, Ефесский период и так далее. И в какой-то мере, может быть, это приемлемо, но города, которые описаны в книге Деяний, по какой-то причине забыты. О них пишут достаточно мало, хотя в основе своего служения апостол Павел имел именно эти места. Почему Иоанн, апостол Иоанн, пишет в книге Откровений, почему вообще Бог, обращаясь через Иоанна, говорит именно о городах, которые в Малайзии? Мне кажется, что Иоанн, который жил в Ефесе, последние годы его жизни это Ефес, после Патмоса, после каторги он возвращается опять в Ефес, и в Ефесе он умирает, там же его гробница, там же церковь, которая построена вокруг этого места. Я думаю, что это зона ответственности, если так можно выразиться, апостола. Он там жил. Он был апостолом, он был тем, кто руководит этими общинами. И мне кажется, именно поэтому Господь обращается через него именно к этим церквям. В какой-то мере я вижу некий Божий промысел в этом, если так можно выразиться. Господь не посылает Иоанна в те церкви, к которым он не имеет никакого отношения. Сегодня, наверное, вот эта мысль, она могла бы быть достаточно актуальной для многих, когда братья, начальствующие братья, люди с авторитетом, они высказываются или делают какие-то достаточно сильные заявления в адрес церквей, находящихся вообще вне зоны их действия, вне зоны их ответственности. Мне кажется, то, что Павел занимался греческими церквями и в основном писал к этим церквям, а Иоанн, будучи ответственным за церкви в Малайзии, обращался исключительно к ним, это показательно. Бог дал нам ответственность, и мы должны с вами находиться в зоне этой ответственности. Но давайте вернемся к предмету сегодняшнего разговора. Это библейские города Европы. Первые церкви. Это прежде всего Филиппы, Неаполь, Фессалоника, Верия, Афины и Коринф. Мы находимся на руинах древнего города Филиппы, что в Восточной Македонии. Это те церкви, в которых апостол Павел не просто проповедовал, не просто был в этих городах, но он являлся основателем этих церквей. Бог использовал его для того, чтобы он не просто пришел туда и рассказал благую весть, но там была основана церковь. Итак, первый город на пути апостола Павла в Европе были Филиппы. Филиппы – это древний македонский город, сегодня находящийся на севере Греции. Когда-то он назывался совершенно по-другому. Название его было Коринидес, что означает «малые фонтаны». Но около 356 года до нашей эры он был завоеван македонским царем Филиппом II, отцом Александра Македонского. Около города Филиппы в то время существовали богатые запасы золота, но к рубежу нашей эры они уже были истощены. Впоследствии город стал колонией Римской империи и был заселен римскими колонистами, которые впоследствии и стали главенствующим классом в этом городе. В Филиппах разговаривали на латинском языке, но также все его жители должны были знать и греческий. Если вы помните предысторию, апостол Павел, дойдя до верхней части Малой Азии, почти до самого Мраморного моря, предпринял или хотел пойти на восток, но Бог всячески его удерживал. Смотрите, пройдя через Фригию, это 6 стиха, и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии.
дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли в Троаду. Апостол Павел хотел пойти на восток, строго на восток, та же культурная среда, те же люди, пойти по южному берегу Черного моря, проповедуя там, но Бог не допустил его. Тогда апостол Павел, думая, что ему все же стоит двигаться в том же направлении, пытается идти на северо-восток, то есть почти туда же. Но ночью он видит либо видение, либо сон о том, что некий человек, македонянин или человек в одежде македонянина, грек, обращается к нему, призывая прийти и помочь. В итоге апостол Павел идет на северо-запад, то есть совершенно в противоположную сторону. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию, помоги нам». После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Он доходит до Неаполя, греческого города, порта, большого достаточно города, даже сегодня это достаточно большой город, правда, называется он иначе. И в этом городе он не остается надолго. В книге Деяний буквально об этом написано, что, дойдя до Неаполя, прошли через него и пошли в Филиппы. На другой день в этот Неаполь. Оттуда сразу же Филиппы, то есть сюда. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Филиппы – странный город, в какой-то мере, наверное, странный город в плане выбора, куда пойти. Почему? Потому что Филиппы – это город-спутник Неаполя. Он меньше, в нем меньше жителей. Но это совершенно особенные люди. Это римские солдаты на пенсии. В книге Деяний, 16 главе, написано, что это римская колония. Филиппы были очень важным городом. Он находился на важной дороге римской, которая вела с востока на запад Римской империи. И поэтому здесь было очень много римских колонистов и прежде всего военных, которые и... То есть это были те ребята, которым давали землю после того, как совершенно они ходили в отставку. Римские ветераны, их потом осаживали здесь, как колонистов, и они следили за порядком на Восточной империи и обороняли рубежи этой же самой империи. Это место, куда поселяли пенсионеров военных, поселяли их в пределах европейской, будем так говорить, части Римской империи, где больше цивилизации, ближе доступ к благам. Это было такое, знаете, поощрение от императора, награда. И знаете, что интересно? Филиппы – это был не просто город, в котором поселяли пенсионеров, военных пенсионеров римской армии. Это были люди, которые большую часть своей жизни служили на Востоке. И, скорее всего, были знакомы и с еврейской культурой, и с происходящими там событиями. Об этом свидетельствует очень интересный факт. Дело в том, что Филиппы и Неаполь – это были два города, которые были буквально рядышком. То есть, будем говорить, Филиппы – это был пригород Неаполя. Кстати, мы говорим не о том Неаполе итальянском, мы говорим о другом совершенно городе. Сегодня это греческий город Кавала. Большой, современный и, наверное, по значимости четвертый порт в Греции. Почему Павел выбирает Филиппы, а не Неаполь? Город, в котором больше людей, чем в Филиппах. Дело в том, что, как я уже говорил, в Филиппах живут римские граждане, собранные с разных концов империи, которые были воинами и служили в том регионе, откуда пришел Павел. Это первое. Между Неаполем и Филиппами была река, которая на сегодняшний день пересохла, но именно на берегу этой реки стояла синагога. Синагога, которая находилась между двумя этими городами. В день же субботний мы вышли за город, к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, или, как говорит язык оригинала, синагога. И, сев там, разговаривали с собравшимися там женщинами. Не в Неаполе
и не в Филиппах, а между ними. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Филиппах, несмотря на то, что там жило не так много людей, около 10-12 тысяч человек, было много людей, чтущих Бога. Нет, сколько там было людей? Это был небольшой городок. По поводу людей сложно говорить, потому как переписи населения как таковых не проводилось. Апостол Павел прежде всего шел в синагоге. Он шел туда, где его послание было как минимум понятным. Он шел к тем людям, с кем он разговаривал на одном языке, я не имею в виду греческий или иврит, я имею в виду люди, которые понимали, что такое монотеизм, понимали мессианские ожидания, понимали вот тот посыл, который нес апостол о том, что Мессия, он уже пришел, принес себя в жертву, искупил человечество от греха, и сегодня нужно просто это принять. И вот в этой синагоге на реке между двумя городами апостол провел несколько дней, проповедуя Евангелие и тем, и другим. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорит Павел. Когда же крестилась она и все домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом и живите у меня. И убедила нас. Лидия, она не была еврей, как я уже сказал, она была гречанкой, она обладала достаточно неплохим бизнесом, и бизнесом прежде всего связанным с Римом. Красную ткань, она была человеком, который занимался покраской ткани, набрала обычную белую ткань, закупала ее где-то у людей, которые изготавливали, и красила в красный цвет, который был цветом Рима. В то время использовать пурпурный цвет, красный цвет, кому бы то ни было, кроме римских военных, было запрещено. Единственные, кто могли продолжать носить красный цвет, были римские ветераны, как раз жившие в Филиппах. И это была женщина, которая не просто приняла эту благую весть, но и, собрав весь свой дом, она вместе со всеми своими домочадцами крестились. Это была первая семья в Европе, которая приняла Иисуса Христа. Мы можем смело утверждать, что церковь в Филиппах, по сути, была первой христианской церковью во всей Европе. И именно отсюда началось распространение, активное распространение христианства дальше во все остальные провинции Римской империи. Люди в Филиппах и в Неаполе относились к проповеди апостола Павла достаточно лояльно до тех пор, пока это не стало угрожать их финансовому благополучию. Если вы помните эту историю, некая служанка, служившая своим господам тем, что она гадала, пророчествовала, предсказывала будущее, начала непонятно по какой причине преследовать апостола Павла, выкрикивая, что это люди Бога. Мне кажется, что некоторые очень обрадовались бы, если бы вышли по улице, и неважно кто, пусть даже самый одержимый человек начал громко кричать, это люди Божьи, слушайте их. Я думаю, многие бы обрадовались, но Павла это немножко разозлило, и он изгнал демона, что нанесло непоправимый ущерб финансовому положению ее хозяев. И вот тогда начался бунт. Итак, первый город в Европе встретил апостола народными волнениями. Там не просто были волнения, а полностью, абсолютно весь город, грубо говоря, стал на уши. И воеводы, они арестовывают зачинщиков, на которых, по большому счету, указали все участники массовых беспорядков. Это апостол Павел и Сила. Их заключают в темнице. Перед этим их избивают. Народ также восставал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, повелели бить их палками. И дав им ударов много, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги забил в кандалы. Павел и Сила не просто, знаете, плакали,
не просто кричали в небеса, взывая, за что нам это, почему Господь это допустил, мы же принесли сюда благую весть. Вообще пессимизм современных христиан настолько поражает, мы готовы расплакаться от любой проблемы, возникающей в нашей жизни. Нас оштрафовали, на нас косо посмотрели, с нами неправильно обошлись, были несправедливы и так далее. Мы начинаем плакать. Мы говорим: Господи, где ты, почему? Здесь ситуация достаточно серьезная. Бунт, в котором обвинили апостола Павла, а мне кажется, что бунт был как раз учинен ради того, чтобы его обвинить в этом. И апостол Павел не унывает. Он не задает Богу вопрос, за что, почему. Он не кричит: знаешь, я тут пришел, люди покаялись, целая семья обратилась, я в синагоге проповедую, постоянно рассказываю о Христе. Сидя в темнице, он прославлял Бога. Знаете, я очень часто задумывался на эту тему. За что Павел славил Господа? Очень часто, попадая в достаточно сложные ситуации, очень часто попадая в такие передряги, которые мне казались очень странными приключениями, я впадал в уныние, я искал ответов, я спрашивал: Господь, за что, почему, почему ты не помог, почему не было там какого-то вот вмешательства твоего, естественного или сверхъестественного. Но знаете, когда приходили страдания, особенно вот такие странные страдания, в жизнь Павла, он начинал славить. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали. И он очень часто говорил о том, что он счастлив от того, что ему пришлось пострадать за Христа. Вообще, я уверен в том, что тема страданий, она не очень приятна для многих христиан. Мы по какой-то причине, знаете, стали думать, что христианство это место или религия, или движение, неважно что, но что-то, что сделает нашу жизнь лучше и приятней. И я согласен, хочется иметь и приятную, и лучшую жизнь. Но есть одно маленькое «но». Все позитивное, все потрясающее, хорошее, доброе и приятное ожидает нас в вечности. Здесь же мы с вами имеем определенное поручение от великого царя, который хочет, чтобы все люди спаслись. И когда мы с вами движемся в этом направлении, когда мы начинаем служить Богу, когда мы начинаем отбивать, по большому счету, души людей у дьявола, неужели мы думаем, что это останется без каких бы то ни было последствий с его стороны? Неужели вы думаете, что он будет смотреть на это равнодушно? Конечно, всякий раз, когда вы делаете какой-то прорыв, будет ответная атака. Дьявол никогда не оставит без контратаки. И когда Павел попадает в темницу, он прославляет Бога. Он благодарит Бога за то, что явно, четко видит, что дьявол в ярости. Когда нас начинают преследовать, когда нас начинают бить, когда на нас начинают возводить клевету, когда происходят те или иные негативные вещи, после того, как вы двигались в воле Бога, должно рождать нас радость, потому что таким образом мы видим, что мы угодили Богу. И не стоит унывать, друзья. Апостол Павел прославляет Христа вместе с Силой. И знаете, начинается землетрясение. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и все узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Вот в тех ситуациях, когда мы благодарны Богу, начинается вмешательство, сверхъестественное вмешательство. И опять же, чем оно заканчивается? Оно заканчивается покаянием тюремщика. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне сделать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой».
Но заканчивается покаянием человека, который завтра мог бы их избить или даже казнить. То есть человека, которого они, по сути-то, не должны любить. То есть относиться к нему как минимум с опасением и страхом. Но Бог ввергает их в темницу, да, или допускает это, потому что в его плане есть спасение еще одной семьи. То есть недостаточно семьи Лидии, недостаточно нескольких знатных людей. Он хочет, чтобы началось движение, целое движение, чтобы церковь, которая там рождается, она была крепкой. Взяв их, в тот час ночи он омыл раны и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. И Павел выходит и, понимая, что конфликт между новой рожденной церковью, вернее, между теми, кто ее начал, и местной элитой, по сути, наверное, неразрешим, апостол Павел уходит из Филипп, идет дальше на запад. Не возвращается домой. Они возвращаются, чтобы, так сказать, почить на лаврах, почивать на лаврах. Он идет дальше. Он понимает, что его миссия в этой части мира не закончила. Итак, Филиппы – это первая церковь в Европе. По большому счету, это две семьи. Семья Лидии, местного бизнес-магната, который торгует тканями для римских ветеранов, и местного тюремщика, темничный страж, увидевший очевидное чудо, увидевший очевидное, кстати, благородство апостолов, обращается к Богу и отдает ему свое.